Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Cats. Ну, как я вам и говорил, что я перейду автоматически на 22-й этап. Так, доступны новые детали. Отлично. Ну, давайте выберем наклеечку. Супер ящик вскрываем. Ну, и что у нас тут хорошего? Будет комплект? Нет, никакого комплекта мне не дали. Блин, обидно. Очень даже обидно. Хорошо, ладно. И у нас, наверное, еще открыты с вами ящики. Так, это мы не будем делать. Перебьемся как-нибудь. Хотя такое заманчивое довольно предложение. У нас ящик есть и наш, еще и от спонсоров там. Ну, что в этом выпадет? Опять же, ничего хорошего. Жаль. Обламывают они меня, конечно, с этим делом. Так, бонус нам еще дали. Колесо, скутер. Ну и от спонсоров. Ну давай, не подведи, дай хоть один комплект. Какой-нибудь, чего-нибудь. О, на жизни дали. Хорошо, вот это уже другой разговор. И остался у меня всего один ящик, ребята. Давайте его активируем. Пускай он будет открываться. Так, ну что у нас по машинке? Давайте глянем, какие у нас новые детали появились. Так. Слушайте, довольно неплохая, да, штука, но очень мало энергии на нем. На этом еще меньше. Слушайте, здесь неплохо, но очень мало жизней. Да, и поменять-то нам, грубо говоря, и не на что. Так, для катера неплохо, 15% в плюсе. Но меня, честно говоря, интересует больше корпуса, потому что этот уже, грубо говоря, устарел. 5 звезд на золотом корпусе. Давайте с вами быструю игру посмотрим. Нам нужны ящики, ребята. Так, и проиграли. Ну, естественно, тут смотрите, какой мощнявый корпус. Плюс пушки. Ладно, давайте еще разок. Ну-ка. Ну, здесь-то. И здесь даже проиграли. Не везет почему-то мне. Но ящики в любом случае нужно. Оу, здесь еще и лазер. Сейчас бомбанет. Да, тут даже без разговоров. Черт, я такими темпами, наверное, даже и на ящик себе не смогу накопить. Если так меня будут постоянно разбирать. Ну-ка, нет, не хочу. Давайте-ка посмотрим что-нибудь другое. Так, у нас дрелей очень много. Но они почему-то очень мало дают прибавки к моему, извините меня, близнецу. А его надо как-то прапать. 5 звезд. Тут 16 тысяч атаки. Здесь 10. Ну, почти 11. А тут всего 5. Тоже слабенькая ракетница. Ай, даже и не знаю, как бы поступить лучше. Давайте вот так вот поставим колесо. Все-таки в ХП немножко выигрываем. И можно даже еще одно маленькое влепить вот сюда. Ух, еще десяточку мы накинули. Уже 81 тысяча. Так, ну они абсолютно одинаковые. Нет, здесь мы теряем. Давайте-ка обратно поставим. Ну что ж, вольем, наверное, что-нибудь сейчас мы с вами. Давайте, наверное, так сделаем. И вот... А, подождите-ка, подождите-ка, вот это вот. Не, это мало дает. А этот прилично, в принципе. Так, отлично. Оу, плюс 700. Ну, уже что-то. Интересно. А если мы вольем, например, вот это? Черт, мало дает. Ай, даже не знаю. Стоит очень много денег, вливается очень мало. Сейчас я тут, короче, обанкрочусь, грубо говоря, на всем на этом барахле. Ну что ж, придется тратить кристаллы. Оружие надо повышать нам в любом случае. Дальше мы тогда никуда не сможем продвинуться с вами. Да, луноход, в принципе, хорош, да, смотрите, у него 3 ячейки под оружие. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, где мои причиндалы все. Так, одна стоит. Хорошо. И остается еще 3 энергии, ребят, 3 энергии. А у меня, наверное, и нету, и не будет такого оружия, чтобы поставить его за 3.
Вот это колесико и вот это. Ну, предположим. Да. По жизням, ребята, по хпшкам я очень и очень сильно проигрываю. Там, извините меня, 80 тысяч, а тут всего 41. Ну вот вместе с этим колесом становится 50 тысяч. Как-то, если честно, вообще не айс. Мне не очень это нравится. Вот этот корпус, ребята, хорош, но у него очень мало энергии. По хпшкам хорошо. И два слота под оружие у него есть. У меня есть чемоданчики с энергией, но, извините, они будут столько стоить, что денег у меня вообще не хватит. И все последние свои кристаллы мне просто придется туда вбухать. Это невыгодно для меня, поэтому луноход, наверное, все-таки у нас не будет участвовать. Давайте мы поставим все, как было у нас до этого. Так, хотя, может быть, вот так вот. А почему бы нет? Смотрите, ребят. Энергии хватает, да? Установить оружие я практически все смогу. Ракетницы свои, естественно. Плюс три колеса. Ха, ну-ка давайте-ка мы сейчас вот этот вариантик с вами проработаем. Так, давай. Оу, если мы еще вольем, это будет вообще шикарно. Так, а если вот этот... Да, тоже неплохо. Слушайте, есть у меня неплохая задумка, ребят. Так, здесь у нас ничего нету. Так, где у меня тут? Что можно вбабахать? Лазер. Ну, они все слабенькие. Так, поставить. Оу, по атаке-то теряю сколько? Ёлки ты палки. Ну-ка, давайте-ка обратно. Так оно будет лучше. Ну что же, тогда давайте еще колесики установим. Так, одно, наверное, сюда. Это сюда. И вот это. Слушайте, может быть, надо наоборот поменять местами, а? Как вы думаете? Например, большое... Нет, хотя так пока оставим. И еще у нас есть, ребята, одна ячейка под, как вы видите... А, у меня же там нету ничего. Я все продал. Ладно, давайте вливаться тогда. Ну что же, уже довольно неплохо. 61 тысяча хп. Плюс 28 тысяч атаки. Еще 1650. Ну давай, 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 траться. Ну, в принципе, если я сейчас этот корпус еще вбабахаю, еще 5 тысяч. Почти 6, да, тратим. Ну, вот, в принципе, я и добрался, грубо говоря, до своей предыдущей машинки. Давайте проверим ее в деле. Ну что ж, довольно неплохо. По крайней мере, сундук мы заработали. Нет, не дали нам сундука, но выиграли первый бой. Ох ты, луноход. Готов. Так, отлично, пока все идет довольно неплохо. Ну-ка, здесь что у нас? Ай-яй-яй, нет. Я думал, мы сейчас заедем, но... Синий. Довольно неплохо. Это даже хорошо, что мы получили синий сундук с вами. Здесь, наверное, да, ребят. Он слишком мощный для меня. Сами видели, я его даже пробить не смог. Так. Гиллардони. Готов, Гиллардони. Нам сколько нужно еще? Два ящика получить. Ну, в принципе, мы сейчас быстренько над этим делом пошуршим. Воу-воу-воу-воу, отлично. Микс Макс, мы победили его. Далее идем. Так, Эви. Воу-воу-воу-воу, Эви. Эви меня разбомбил. И у нее всего лишь-то одна, извините меня, пушка, это близнец. И циркулярка, и он меня разорвал просто в хлам. Так, Салинетти мы подбили. Все, ребят, осталось последний сундучок нам выбить. И пойдем уже с вами на лигу. Так, отлично. Пока не дали еще ничего. Марита. Ну, Мариту мы порвали. Слушайте, как-то мне немножко не нравится, что у меня базуки стреляют, извините меня, вниз. А если я поставлю его вперед, то он будет стрелять вверх. Тоже не вариант, блин. Так. Что-то я там на чемпионате выигрываю помаленьку.
Так, здесь тоже нифига у нас не прокатило. Ржет ковбой. Да, мне бы еще, честно говоря, новые детали. Вот это было бы вообще шикарно. Желательно какой-нибудь мощный лазер. Я бы его прокачал, и было бы вообще шикарно. Так. Или хотя бы близнец. Ну, только не золотой, а как там, карбоновый. Все, ребят, мы получили с вами все ящики. Я на каком месте-то? На 11-м. Ну, поехали. Так, первый готов. Ай-яй-яй, здесь проиграем. Да. Так, ладно. Вот это хорошо сделал. Перепрыгнул как раз для меня то, что надо. Слушайте, довольно неплохо пока идем. 3 победы уже у нас есть. Котик. Котика мы разобрали. Так, далее гоним. Ах ты, елки-палки. Все-таки проиграли. Сибас тоже проиграли. Блин, за счет лазеров выигрывают только, а? Готов, огурец. 5 побед уже есть. Ну, нифига не вышло. О, вот это ты хорошо прыгаешь-то. Просто, я бы сказал, замечательно. Так, и здесь мы тоже проигрываем. Микис. Или Майкс. Ладно, проигрываем, ребята, проигрываем. Надо усиливаться. Это однозначно, ничего у нас тут не прокатывает. Слабовата еще у меня машина. Ну, как видите, она у меня золотая. Была бы на 7-м месте я сейчас в данный момент. И надо что-то опять же делать. У меня что? 12 тысяч всего золота. Улучшение у меня только лишь одна. Один жетончик. Что я могу за него сделать? Да ровным счетом ничего. Бигфуты мне не нужны. Так, здесь что такое? Нет, ни на что не хватает абсолютно. Обкатанные диски. Они мне тоже не нужны. Так что давайте что-нибудь думать. Так, корпус у нас. Луноход. Он нам не нужен. Очень много у меня находится лазеров. Я не знаю, ну давайте вот этот вольем. Так, недостаточно денег. Ёлки-палки, давайте тогда продавать. Да, придется очень много здесь всего продать нам, чтоб хоть как-то немножко накопить деньжат. Так, и этот тоже продадим, этот тоже. Так, и надо, конечно же, маленько оставить для вливания. Это обязательно. Так, и пилу. Так, по колесам у нас что? Вот это тоже можно продать. Это слабенькое тоже продаем. В принципе, по большому счету, можно было бы даже все колеса продать. Потому что от них уже здесь толку нет никакого. Нет, это колесо мы пока не будем вливать. Давайте глянем с этим что. Так, здесь 17 тысяч. Ну-ка. Маленько-маленько всего лишь дает прибавки. А вот здесь уже 350. Есть смысл вливаться. Так, шикарно. Но все равно этого мало. И у нас практически ничего уже не осталось. Давайте допродадим вот это барахло все. Остался луноход, лазер и комплекты. Комплекты на энергию. Давайте наклейки продавать. Я их все равно, ребята, не коллекционирую. Поэтому мне на них, честно говоря, наплевать. Так, у меня комплект есть на здоровье. И луноход этот. Так, что у нас тут получается? Нет, очень мало дает прибавки. Совсем крохи. Вот сюда, если только влить. Так, и вот так вот. В общем, ребята, мне нужны детали. И будем с вами смотреть рекламу, открывать ящики. Так, отлично. Ну что же, давайте посмотрим, что нам здесь выпадет. Ну, блин, ничего хорошего не дали. Единственное, что может мне помочь в моем деле, это одна ячейка. Так, что мы лучше? Вот этот поставим, наверное, да? Да, мы сейчас установим. Как раз это будет у нас откат назад. В принципе, должно прокатить, хоть как-то смягчить нашу участь на арене. По корпусам у нас все кисло. Так, давайте, наверное... Да елки-палки, не то сделал, блин. Зачем мне луноход? Он мне нафиг здесь не нужен. Давайте обратно все выставлять и ядрить его на корень. Так, колесо. 2 маленьких.
Так, и пушки, где мои пушки? О, у нас еще есть новый лазер, но с одной звездой, я даже не знаю. Хотя у меня и близнецы тоже с одной звездой, ё-моё. Ну-ка, вот так вот, если мы сделаем. В принципе, я думаю, что как вариант можно попробовать. Так. Довольно кисло идет улучшение у нас моих орудий. Все, все придется, наверное, влить, чтобы повысить хотя бы немножко. О, 960. Это уже хорошо. Так, ну давайте тогда и так сделаем еще вот эту пилу и колесо. Еще плюс 960, да, будем тратить кристаллы. Ну что же, вот так вот уже более-менее мощно. Так, устанавливаем. Ну что ж, давайте тогда еще вольем, наверное, корпус, не сюда. А скорее всего мы будем вливать в лазер, он нам нужен больше. Да, прибавка идет хорошая, придется тратить кристаллы, никуда не деться. И что у нас осталось? Нет, это мне не нравится из затея. А этот корпус практически одинаково. И очень дорого по деньгам они мне обходятся. Так, плюс 500. Ну что ж, довольно неплохо идет. Ну, в принципе, и все. Пошли, ребят, на чемпионат. Будем смотреть, как у нас тут пойдут дела с этим лазером. Ну... кисло. Ребят, как еще могут идти дела, а? Оу, а здесь неплохо. Здесь мы прожгли Сибас. Отлично идет. Слушайте, мне нравится пока. Чуть-чуть, чуть-чуть не хватило. Блин, надо бы немножко оружия еще, как сказать, проапать. И все будет замечательно в дальнейшем, я думаю. Ну, котяра Провокс. Все, сделано. Котяра. Слушайте, блин, ну вначале так хорошо начали, и вот сейчас так скатились. А дальше уже нету этих, как сказать, медалек, так что смысла смотреть нету. Но, по крайней мере, я уже на 5-м месте. Это уже лучше. Так, давайте активируем, наверное, этот ящичек. Пускай открывается. И забьем себе ячейку пробелом. Черт подери, да что ж так разбирают, а? Не нравится мне это все дело. Не, все из-за того, что у меня корпус. Ребят, корпус у меня, конечно, очень и очень отвратный. Вот, на данной лиге он просто не катит. Да, 5 звезд прокачанный, все. Но, видите, довольно мягкий. Бомбит все, кто не лень. Если бы мне выпал бы хороший корпус, вот тогда был бы другой разговор. Мы бы, конечно, бы здесь бы устроили бы им. Ну, а так, пока все бесполезно. Ну, давай, ящик, выпадай уже быстрее. Уже, честно говоря, подустал я маленько тут вас бомбить. Ну, вот и другой разговор. Раскатался там. Так, ну что... Блин, мне еще нужен ящик, оказывается. Елки-палки, как я проворонил, что мне нужно два ящика, а не один. Так, отлично, Денниса мы подбили. Ну, давайте еще, наверное, еще пару боев нам придется с вами сделать, чтобы получить сундучок, саквояжик, ящик, коробочку. Я же не знаю, как ее назвать. Так, давай. О, да вы смотрите, в этом корпусе, блин, я по нему дамага практически не наношу. Это говорит о том, что оружие вообще не хочет работать на меня. А работает на врага. Ну, хоть такое дали, и то ладно. Все, полностью у меня здесь забито. Что у нас тут? У меня есть, по-моему, на ХП, да? Да, у меня есть ящичек, если влить. Ух ты, неплохо дает. 10 тысяч. Блин, честно говоря, мне с одной стороны даже это жалко делать, потому что корпус-то все равно ватный, как ни крути. Так, последние кристаллики, ребят, я трачу. Никуда от этого не деться. Ну, а в принципе, фиг ли их солить, если мы скоро с вами уже перейдем, как говорится, на новый престиж. Да, потратил, да и фиг с ним. Ну что же,
Давайте глянем пару боев, как у нас тут пройдет все дела. Не-не-не-не, разбирают. Ать! Чуть-чуть буквально не хватило. Ну а с тобой что? Нет. Все так же ватные, как и были. Ну, я вам, ребята, говорю точно, что в следующей серии мы будем их рвать. Я надеюсь, мне выпадут нормальные детали с ящиков. Я получу хоть какой-нибудь более-менее путевый корпус, и мы ими займемся. Ну что же, а на этом тогда я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся в следующей серии. Ну и будем наказывать котят врагов. Ну а на этом все. Всем пока и до скорого, ребят.